Всем привет, это «Путь к цели», уже 6-й выпуск. Я просыпаюсь в 8 утра, читаю, потом заправляю кровать и расчесываю волосы. Теперь я собираюсь на небольшую пробежку и зарядку, и также обязательно взвешиваюсь. Утренняя зарядка состоит из бега 10 минут, прыжках на скакалке и кардио. Ух, ребят, я сейчас сделаю вот эту тренировку кардио. Вообще, делаю ее каждое утро, теперь это полная жесть, очень хорошая. Кстати, скоро я выпущу тренировку такую для фигуристов, она тоже будет очень жесткая. Поэтому подписывайтесь на мой канал и подписывайтесь на мой телеграм, где будут все новости, моя жизнь, тренировки и так далее. Теперь я готовлю завтрак. Сегодня это творог с яблоками и медом. И также два яйца. Теперь я умываюсь и иду учить английский. Ну, сейчас я буду заниматься английским. У меня есть вот такая книга, где я выполняю упражнения, где достаточно легкие. Но я все повторяю, потому что абсолютно забыла вообще все времена. Снять полное видео о том, как учу английский. Ну, в общем, сейчас я посмотрю вот здесь на планшете урок в YouTube по временам. Немножко порешаю времена. Потом я почитаю книгу на английском. Вот у меня сейчас 4-я глава. И слова, которые я не знаю, я их вот так вот, например, обвожу и записываю вот сюда. Разные слова, а потом просто повторяю. And this be convinced, my friend, for the night was coming on and I felt tired, but I saw no way to escape and was fearful of disturbing my poor friends. Letters were lit and we all fell to work with. Теперь я записываю слова. Вот сюда. То сейчас я буду начинать делать свою тренировку. Начинаю я с разминки. Я очень давно не вращалась на спиннере, поэтому сейчас будет спиннер. У меня уже такой старенький.
А сейчас у нас будет подкачка, но я ее не буду снимать, потому что она по видео. Я буду смотреть Леди Баг. Не вселился в нее снова. Висперия, миледи. Волшебный кулон, я не могу заставить ее носить его. Итак, вот настолько получилась у меня тренировочка. Сейчас я буду готовить себе обед. И смотрю Леди Баг. Готовим очень простое и классное полезное блюдо из 4 ингредиентов. Первое, самое главное, что будет, это рис. Он уже у меня почти готов. Дальше у меня здесь 2 яйца. Нашла, правда, поменьше. Потом у нас идет помидор и сыр. Тут отвариваем мы, получается, рис и яйца. Режем маленькие кусочки, немного сыра и помидора. Это для, можно сказать, украшения. Вот такой рис. Я к нему кладу 2 кусочка сыра. Так вот как-то надо эстетично положить помидорчик. Яйца их надо почистить и порезать пополам. Смотрите, посмотрите, какая эстетика у нас получилась. Все очень полезно и вкусно. Ребята, это просто очень вкусно. Я раньше никогда не пробовала рис с сыром. Ну, обычно только макарошки типа с сыром делают. А тут рис с сыром, это просто тоже очень вкусно, божественно, просто прекрасно и полезно. Да, все, мы на ПП, девочки. С Никусиным сейчас пойдем гулять, да? Купаться причем. Я вот в таких вот кроксах. На очень эстетичный. Покушали, теперь, как говорится, и погулять можно. Немножко скинуть. Ну, вот эта жратва мне очень понравилась. Я еще читала, что есть гречка с сыром, тоже можно, типа, ее есть. Я попробую, но не сегодня. Короче, давайте реально гречку с сыром попробуем тоже. Но вот с рисом мне очень понравилось. На улице достаточно жарко. Да, Никуль, жарко тебе? Очень. Поэтому мы идем купаться, да. Я очень люблю купаться. Нам до карьеры идти где-то 5 минут пешком. Вот. А в другой стороне у нас Волга, река. И мы тоже можем туда сходить покупаться. Но сегодня мы хотим на карьеры. Прикольно жить здесь. Единственный минус – это автобусы. Помните, как я зимой, весной постоянно вам жаловалась, как мне долго идти? Вот. Ну, скоро это опять начнется. Но то, что рил долго. Надо на машинке или на такси ездить. Пока последние денечки лета, нужно урвать их и покупаться. Знакомые ландшафты для тех, кто смотрел мои прошлые влоги. Мы весной здесь гуляли, и зимой, и осенью. А сейчас лето. Летом я мало снимала, потому что у меня было куча других дел. Например, я была на сборах. Потом вот я самостоятельно тренировалась. Постоянно учила английский. Ну и, конечно, куча снимала для Телеграма. А, еще совсем забыла сказать, марафоны были всякие. Очень много за это лето я провела марафонов. Я надеюсь, ребятам я помогла хоть чуть-чуть. И следующий марафон, он будет уже ближе где-то к зиме. Если будет время, чтобы отснять видосы, я уже постараюсь сделать это более качественнее. У меня есть мысли арендовать зал. Это можно сделать легко, потому что зимой же я не буду снимать на улице, как это было на летнем марафоне, вот. И также тренировки на льду, возможно, тоже либо арендовать лед,
арендовать какого-то режиссера на льду, чтобы снимать. Удобно было. Вот, но это пока только такие задумки. Как будет, я пока что не могу сказать. Но этот марафон уже будет гораздо грандиознее, чем все прошлые. Смотрите, короче, на той стороне вообще людей дофига. Прям как на море. Но отсюда не сильно видно, но реально много. И тут тоже вон люди. Поэтому мы пойдем где-нибудь в другое место. Пошли. Пошли, пошли. Я не могу, потому что с людьми купаться другими. Мне некомфортно. Там тоже люди, где мы обычно ходим с родителями купаться. Вообще пипец какой-то. Вообще место, где нет людей. Но тут, даже тут, люди оставили свой след. Да. Да уж. Красота, конечно. Эстетичный купальник. Какая вода. Блин, я тут никогда не купалась. Мне, конечно, страшно. Вдруг там какие-нибудь эти... Ай, вода немножко мне холодная. Ник, ну что ты даже за палкой не плывешь? Чё... За палкой сама. Но я не буду снимать. Короче, телефон уберу. Все, я пошла плавать. Мне нужно немножко убраться в комнате. В принципе, у меня всегда в комнате порядок. Но вот здесь что-то лежит. Немножко так по мелочевке. С кровати убрать. И в шкафу чуть-чуть вот тут вещи разобрать, потому что некоторые надо на продажу, некоторые в стирку. Вот. Такая небольшая уборка сейчас будет. И на фон я поставила сериал «Экстра», который сейчас смотрю на английском. Вот. Так. То вот так вот сейчас выглядит комната. Здесь все чистенько. Здесь тоже. Здесь также у меня есть новенький дружочек. Мягкие украшения здесь. Я тоже сделаю все. Здесь у меня тоже все убрано. И вот тут тоже немножко прибралась. Вещи, которые нужны, лежать тут. Вот. Ну и в целом, в принципе, все. Еще подмела немного. Теперь все вообще отлично. Ну что, сейчас я буду принимать душ и делать вот такой массаж скрипом. Я тело, я использую вот такой гель для душа. Шампунь и кондиционер. А также вот такой скраб и массаж тела. Вот я помыла. Сейчас буду делать макияж и смотрю я сейчас. Очень странные дела. На английском. Все, я уже отправила посылку, и сейчас я поеду на массовое катание. И вот мы уже подходим к орбите. Я продолжаю снимать влог, мы сейчас будем делать разминку. Сейчас сделаем разминку, еще почти час. Думаю, что... Так, я сейчас буду отдавать английскую.
что, я приехала домой, разобрала рюкзак, мои конёчки уже отдыхают, и я тоже буду отдыхать. Сейчас немножко почитаю. Сейчас 21:40, я буду уже в целом ложиться отдыхать. Всем спасибо за этот влог, я вас очень сильно люблю, всем пока-пока!